Привет всем интересующимся. Что это у нас сегодня? Правильно. Исполнительный механизм. То, что называется в простонародье круиз-контроль. Хотя зачастую на английском есть такое выражение speed-контроль. Ну, то есть контроль скорости, понятным языком, это устройство поддержания постоянной скорости. То есть, ну что тут, все ясно. Трос, вот эта часть цепляется за заслонку. Вот, дальше смотрим. Вот это, вероятно, электромоторчик. Вот применение его. Так, ну что. Так, ножек много, достаточно. Сейчас посмотрим. Ух ты! Здесь такое желеобразное вещество, причем липкое. Хотя прозрачная и к рукам прилипает, но не остается. Два разъемчика, микросхемки, все понятно. Ну и вот виновник торжества. Редуктор, чтобы понизить передаточное число мотора, а то резко и будет таскать. И все. Вот сейчас посмотрим, что вот это вот сюда, этот разъем отслеживает положение, скорее всего. Ну, посмотрим, что там внутри сейчас. Попробуем посмотреть, по крайней мере. Попробуем посмотреть. Так, вот защелочка, раз. Угу. Тросик достается. Брюки превращаются. Так, уходи. Так, все. Тросик отстегнут. Угу. Что дальше? Что дальше? Так. Тросик было снять легко. Мотор впрессован. Корпус мотора и корпус самого редуктора, как бы две составные части. Вот. Подшипничек видно, вон там есть. Подшипник. Так. Хороший еще был бы. Люфта нету. Так, это шестереночка. Тут слегка вон подпрессована оська. То есть тоже, если надо, можно снять. Но нам оно не надо. Так, а как же это? Это тоже вон заглушечки. Заглушечки есть. Так, что-то не сдается. Ладно. Ну, немножко я помучился. Достал. Тут все просто. Значит, вот эти заглушечки легко одним ударом вылетели. Оська стоит в бронзовых втулочках, без подшипников. Достается легко, чуть-чуть подходит, тут упирается, чуть-чуть подковырнул, выходит. Это тоже кронштейн тросика. Тоже легко снялся. Так.
чтобы разобрать и посмотреть, что внутри, вот мешает стопорная шайба. Будем мучиться, потому что она как бы одевается в одну сторону легко, а вот когда назад, то уже потруднее, как бы расклинивает ее. Я думаю, что ничего тут не победимого нету. Все, какая красота, так, вот так внутри, ничего космического. Это что? Дальше что? Так, пружинка, это понятно. Ну и, ага. И вот, чтобы сюда пролез разъемчик, все снимаю. Так, пошла, родная. Вот она, катушечка. Вот так внутри барабан выглядит. То есть, ну, кому интересно, вот посмотрели, в принципе, все, что внутри есть. Больше показывать нечего. Электродвигатель, он и в Африке электродвигатель. Вот. Причем я смотрю, у него статор обмоткой, а на валу, вероятно, магнитик. Не наоборот, не так, как в стартере, в современном. Здесь магнит, а я, кажется, он с обмоткой. Ну, это, смысла нет эту шестеренку доставать, все понятно. Все, ничего тут больше нету. Пожалуйста, не бойтесь, если у кого-то что-то заклинит, залезть сюда посмотреть. Главное, я понимаю, вот это. Ну и опять же, наверное, еще к нему еще какие-то идут устройства. То, что из двигательных мозгов идет сигнал. И дополнительные могут еще быть блоки управления. Все, вот так мы сегодня посмотрели, что внутри исполнительного механизма круиз-контроля. Спасибо, кто досмотрел. Заходите в гости, не забывайте. Что-нибудь еще раскручим или слепим.